Минск тоже с самого утра живет в праздничном ритме. Городу сегодня исполняется официально 948 лет. Столица превратилась в одну большую праздничную площадку. Во всех районах проходят концерты и выставки. Выбрать события по душе уж точно не будет сложно. Но главной праздничной площадкой по традиции стал дворец спорта. А там сейчас работает наша съемочная группа. И на прямую связь со студией выходит корреспондент Ксения Рабчинская. Ксения, здравствуйте. Расскажите, куда сегодня отправиться минчанам? Добрый день, Людмила. Минск, как вы правильно заметили, сегодня весь одна большая праздничная площадка. Здесь, возле Дворца спорта, полчаса назад начался праздничный концерт «Зорки столицы». И по традиции развернулся город мастеров. Немного позже тут можно будет посмотреть и даже поучаствовать в соревнованиях по силовому экстриму. Но и до этого, обещают организаторы, не дадут заскучать даже самым маленьким. По крайней мере, те, кто уже пришел на главную праздничную площадку столицы, не пожалели. Мы очень рады, что пришли сегодня на этот праздник. Очень гордимся нашим городом, нашей страной. День города – это общий праздник, где должны собираться, отмечать, историю рассказать. Сейчас, как подсказывают мне коллеги, есть на что посмотреть в любой точке столицы. Всего в Минске пройдет 6 десятков концертов, шоу, выставок. Совсем недалеко, в Верхнем городе, начался праздничный концерт под символичным названием «Дыхание улиц в сердце столицы». В эти минуты на пересечении проспекта Машерова и победителей более 300 участников со всех стран мира устраивают для минчан шоу исторической реконструкции. Ну а наш телеканал «Беларусь-1» приглашает всех за музыкально-праздничным настроением сюда, ко Дворцу спорта, к 8 вечера. Тео, Юзария, Дария, еще много-много звезд споют специально для вас. А в 10 вечера небо над Минском раскрасит праздничное фейерверк-шоу. Мы же пока продолжим следить за самыми интересными событиями в городе и обязательно расскажем вам о них в следующем выпуске. Людмила? Спасибо. На прямой связи со студией была Ксения Рабчинская. Минск сегодня празднует день рождения.